Лань-Лань, ты беременна? Невозможно. Мы предохранялись. Любые противозачаточные не дают стопроцентных гарантий. Иногда случаются неожиданности, что вполне нормально. Что ж, госпожа Дзян, вы сейчас отдыхайте. Я принесу вам лекарства. Ты будешь сообщать об этом Лу Цзинжи? Он не захочет. И то верно. Тогда сделай аборт. Пока срок маленький, вред будет минимальным. Но я хочу родить. Почему? Ребенок будет нашей единственной связью. Ладно, тогда рожай. Если Дзин Чи не захочет ребенка, мы с братом поможем тебе. Спасибо. Господин Сы, о моей беременности прошу, никому не говори. Хорошо, не скажу. Малыш, прости, но даже без папы мама будет стараться изо всех сил, чтобы сделать тебя счастливым. Что за дрянь? На что смотришь? На соглашение о разводе. Правда? Покажи мне. Дзянлань, ты же хотела со мной развестись. Я не могу прочитать соглашение о разводе. Дзянлань, я ненавижу, когда другие мне лгут. И скрывать что-то — это тоже своего рода обман. Поэтому советую не играться со мной.